В Краснодарском крае активно строят новые спортивные объекты шаговой доступности. За последние 5 лет введено в строй более 60 многофункциональных спортплощадок нового типа, 20 малобюджетных спортивных комплексов. По программе развития физической культуры и спорта с финансированием из краевого муниципальных бюджетов была возведена и спортивная площадка в хуторе Бараниковском. В Протокском сельском поселении всегда был большой интерес к занятиям физической культурой и спортом, и его нужно постоянно поддерживать. Об этой поддержке красноречиво свидетельствует строительство спортивной площадки, которая отвечает самым современным требованиям. Эта площадка, без всякого сомнения, станет центром спортивной жизни хутора и поселения. Перерезание красной ленты у входа на площадку – самый торжественный момент открытия. Глава Славянского района Роман Синеговский, заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Борис Тихоненко, председатель совета Славянского района Григорий Литовка, глава Протокского сельского поселения Владимир Симоненко вместе со школьниками перерезают ленту, открывая площадку. Это событие собравшиеся встретили горячими аплодисментами. Глава Славянского района Роман Синеговский приветствовал всех пришедших на открытие. Спасибо строителям, которые справились хорошо с этой работой. Я говорю, у нас уже спортивные площадки в районе вылетают как горячие пирожки, так и должно быть. Потому что мы умеем строить, должны уметь зарабатывать и строить. Спасибо спортсменам, еще раз скажу, за то, что такие спортивные, за то, что такие шумные. Так и должно быть, потому что... Все начинается вот со спортивной площадки. И вы слышали титулы Бориса Борисовича Тихоненко, который присутствует здесь. Я уверен, что он не стал большим чемпионом с первого дня. Все начиналось, наверное, вот со спорта во дворе, со спорта в школе, со спорта в детском саду и на улице. Поэтому я вас всех поздравляю с этим, вот, с открытием нашей спортивной площадки. Глава района подарил ребятам набор мячей для спортивных игр. Поздравил всех пришедших с открытием многофункциональной площадки председатель совета Славянского района Григорий Литовка. Спорт делает нас сильными, красивыми, успешными. В Протокском поселении, как уже было сказано, ребята добиваются высоких показателей в спорте, и уверен я, что с введением этой новой многофункциональной площадки успехи ваши увеличатся в разы. Крепкого вам здоровья, счастья, успехов и спортивных побед. От имени министерства ребят с настоящим праздником поздравил заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Борис Тихоненко. Задачи стоят очень большие, глобальные, но, конечно, когда появляются такие площадки, ну, не может это не радовать. Это ездить детям и заниматься, и проводить свободное время, конечно. Задача, скажем так, наша, общая, это вытаскивать детей из улиц, отвлекать их от всяких пагубных там привычек, занятий. Конечно, мы очень рады, что открывается, хотя времена непростые, но вот... Прекрасное открытие, хочется сказать спасибо организаторам. Символический ключ от спортплощадки Борис Тихоненко передал лучшему спортсмену Протокского сельского поселения Валентину Покидову, который вместе с ключом совершил символический круг почета. Затем юные физкультурники и спортсмены дали спортивную клятву, в которой пообещали достойно и красиво бороться за победу в соревнованиях. В исполнении школьного хора прозвучала песня «Спортивная Россия». На свете много разных просторных стадионов, победы наших каждый знаменит. Пусть будут слезы счастья в глазах чемпионов, когда в чистой жизни не звучит. Для учащихся с 43-й школы теперь появились новые отличные возможности для физического развития. Я очень рада, что у нас построили такую площадку. Это очень большие возможности для нас заниматься здесь. Многие дети, я уверена, будут с большой охотой приходить сюда и развивать свои физические возможности. Я давно мечтала, чтобы в нашей школе появилась подобная площадка, потому что после школы мы можем в свободное время прийти на эту площадку, позаниматься, прийти сюда с друзьями. Здесь очень удобно заниматься такими видами спорта, как футбол, волейбол, баскетбол. И многие дети смогут усовершенствовать свои навыки в подобном направлении. Так что я считаю, что это очень хороший шанс. Мы здесь будем соревноваться каждую неделю. И она очень отлично, потому что здесь
есть много вещей, которые помогут для этого. Например, тренажеры, которые будут перед соревнованиями помогать размять всякие мышцы. На площадке очень удобное покрытие, и разделена она на две зоны – игровую для проведения соревнований по футболу или баскетболу и физкультурную, где расположены брусья, перекладины и тренажеры. Не зря наш район называют территорией спорта. Здесь есть множество разнообразных спортивных сооружений. Теперь и в хуторе Бараниковском появилась современная спортплощадка, где все желающие